Артем, компания группы Vista. Мы делали проект, связанный с ремонтом и по состоянию рисками компании Газхолдинг. Смотрите, то есть мы долго шли к этому проекту. До этого где-то порядка полутора лет в холдинге внедрялось коробочное решение. Было внедрено решение на 7 объектов, 7 предприятий. Проработало где-то около года, но в результате, скажем так, положительных эффектов не было обнаружено. Вот, поэтому начали мониторить активно рынок, вот, и пришли мы к следующим заключениям. Да. То, что в основном на рынке представляется, это коробочный вариант, который заточен под классическую методологию СИЭМ, да, то есть не учитывает конкретные специфики отрасли, конкретные специфики вообще, ну, в России, там, и организации Тайер-Макс. Вот. Также в основном это как раз оценка ущерба и риска производилась в качестве показателя. Да, вот сейчас Олег демонстрировал эту матрицу. То есть довольно непонятно вот эта матрица оценки риска там, для топ-менеджмента. То есть как принимать решение, что нужно ремонтировать, что не нужно ремонтировать. А всегда топ-менеджмент задает достаточно простой вопрос. Да, то есть сколько мне надо потратить денег, чтобы обеспечить там, готовность моих основных фондов на должном уровне. Эти матрицы не всегда способствуют при правильном принятии решений. И третий ключевой момент и проблема то, что в результате проекта заказчику, как правило, не передается сама методология анализа, либо ей уделяется очень мало внимания, и так, в итоге люди, которые остаются с этим продуктом, они не работают с этой методологией, да и работают по старинке. Поэтому было большое желание как бы решить эти ключевые вопросы и сделать хороший проект. Проект стартовал в конце 2011 года. Три месяца проводили большой конкурс с несколькими итерациями, постепенно погружали саптоп-менеджмент, там департамент ремонта, да, в эту тему. В итоге, то есть с января 2012 года. А на каком предприятии? Газхолдинг. Еще раз. Газхолдинг. Газхолдинг – это объединение энергетических активов. То есть сейчас вот, у нас, допустим, ВТОРа – это 80 предприятий, это 60 электростанций и остальное это предприятие типа теплосети. Энергетика. В результате, то есть, была у нас разработан определенный методический подход, который мы вот, далее попытаемся изложить, да, который мы далее уже встраивали вообще в систему ТАИР на предприятии, потому что так, на одной из фаз реализации проекта у нас у топов сложилось представление, что необходимо так, через методологию RCM пропустить вообще все оборудование. Да. То есть вот RCM это вот наша панацея. Но с другой стороны, да, то есть именно транзакционные издержки, да, то есть наведение информации, то есть на оценке всего этого оборудования. Мы даже проводили потом анализ и по, допустим, распределению ремонтных затрат, да, нашим видам оборудования, поняли, что у нас всего лишь 20 видов оборудования, основного оборудования, да, формируется затраты на ремонт. То есть остается там еще, допустим, 287 видов оборудования, которые составляют остальные 50%. Поэтому, чтобы эффективно управлять всем этим, да, то есть нам достаточно сосредоточить свои усилия там, на большой оборудовании. Это закон Парето называется. А? Закон Парето. Ну да, да, закон Парето здесь действует. То есть, поэтому, то есть, так, грубо говоря, можно оборудование разделить на три кучки. Да? То есть, первое оборудование, которое подведомственное Ростехнадзору, то есть мы обязаны всегда выполнять какие-либо действия там, по ремонту.
опасное оборудование, опасные грузовые объекты, которые там, раз в 4 года мы обязаны проводить капитальный ремонт. Иначе у нас лишают лицензии, да, то есть поэтому он должен. Есть оборудование, которое там резервируемо 3 раза, да, то есть и нет смысла мониторить его состояние, поскольку мы всегда можем получить резерв. Да. То есть мы просто собираем статистику по отказу, закладываем какой-то фонд по этой статистике отказов, да, и все забываем. То есть мы формируем определенный там, фонд и. Что значит фонд? Деньги, что? Ну, деньги, да, и материал запасные части. То есть, наработка на отказ. Ну, лампочки, да, мониторить состояние лампочки нет смысла, потому что есть запасная лампочка. То есть надо что-то сказать, да, по критичности оборудования надо определить критичность оборудования. Если особо критично, то на него проводить. Если оно не критично, то смысла нет. Мониторить. Есть критичное оборудование, но оно резервируется. Особо критичное, критичное оборудование. Если оно резервируемое, то оно уже среднекритичное попадает, значит, уже точно не надо. Так, и объектом управления, что у нас является? Естественно, это наши производственные фонды. В проекте RCM мы создали так, свою определенную иерархию производственных фондов, да, с точки зрения влияние элементов, да, то есть и дальше ее использовали для расчета рисков. То есть делили мы на крупные какие-то установки, которые выполняют определенные функции. Установки состоят из подсистем, агрегатов и каких-то единиц оборудования. Устанавливали взаимосвязи и влияние, то есть, допустим, элементы структуры, да, с нижестоящего уровня на вышестоящий уровень, просчитывали определенную математику, строили модель влияния, скажем так, отказа единиц оборудования с нижестоящего уровня в целом на работу установки. Это нам позволило дальше рассчитывать уже конкретные производственные риски, то есть производственный риск отказа какого-то конкретного насоса. Допустим, на влияние там. Ну, это то, что я сказал, да. То, что как бы не все оборудование, да, то есть мы должны ремонтировать по системе RCM. То есть есть различные влияния, то есть требования надзорных органов, то есть требования завода-изготовителя. Да, если у нас оборудование новое, и мы не соблюдаем регламент, в этом случае мы просто можем слететь с гарантией, которая тоже является страхованием риска. Да. Вот есть такая мысль, что ГЭСовские активы очень сильно старые, там убрали, все такое левое. А есть же новые какие-то. Какой процент нового? Процент небольшой. Небольшой? Небольшой процент. На самом деле приятные активы. Принята стратегия, мы снова строительство компании любимой, в которой будут сосредоточены, скажем так, и построены новые активы, модернизированные, да, старые постепенно построены. Потому что реально есть там станции, которые давай не оборудование 30-х годов. Цифры ПДВ уже очень низкие, поэтому экономические лучше. То есть и программа там по закрытию. На данном слайде представлены, в принципе, подходы к планированию, да, и формированию программы ремонта. Первоначальной целью проекта, да, то есть именно было формирование годовой программы ремонта с учетом рисков. Да, то есть это так долгосрочный риск. То есть на первом шаге, то есть мы формируем предложение. То есть у нас есть различные основания для формирования предложения. Да, то есть, как еще раз говорю, то есть есть предписание, есть, допустим, мероприятие по диагностике, есть проведение экспертиз, есть мероприятия, которые по рекомендациям России, то, что Олег показывал в прошлом слайде, с табличками величины риска и стоимости воздействия. Далее формируется сходный реестр воздействий, вычисляется ранг,
где наши рисковые величины воздействия СИЭМ на стоимость реализации ремонта. На это все накладываются определенные ограничения, то есть бюджетные ограничения, то есть величина ремонта, выше которого просто не нужно. Накладываются ограничения производственного плана, но это уже больше для какого-то календарного планирования, во-первых, а во-вторых, для оценки тех мощностей, которые нам потребуются. И после этого, то есть мы получаем, скажем так, обоснованный план ремонта на следующий год. Так, первый шаг — формирование предложений. То есть опять возвращаюсь, да, к предложениям, которые мы формируем по основанию. То есть есть предложения по системе FCM, о чем мы говорили. Есть предложение именно по проведению расширенной диагностики, чтобы получить более ясную картинку, поскольку вот в настоящее время у нас модели основаны в основном на косвенных показателях. Да? Например, та же самая вибрация вращающего механизма, она говорит, что то же самое насосу плохо, что-то у него не так. Но конкретно сказать, то есть не всегда есть возможность. Поэтому, то есть, разделено в нашей системе как бы два уровня определения оценки состояния. То есть первый — это мониторинг параметров и какой-то визуальный осмотр, которые говорят, что идет ухудшение состояния оборудования. И вторая, то есть на этом основании можно привести уже дальше расширенную диагностику и определить уже конкретные отказы и уточнить вероятность их возникновения. То есть вот эти мероприятия определяются по системе RCM. Также включается общий реестр воздействий, то, что было ранее определено по результатам экспертиз, требования нормативных документов и предписания надзорных органов, то есть то, что необходимо выполнять всегда 100%. И требования завода-изготовителя, то есть какие-то требования по проведению регламентных работ. Жесткие требования. То есть на первом шаге мы получаем большой да, пул предложений для включения программы ремонта по следующему избыточную на 100 миллионов. Вот, да, данный слайд говорит как раз о системе диагностики, да, и то есть, о ее роли, то есть мы с вами обсудили только что. Да? То есть именно развитие инструментов диагностики позволяет нам более точно спрогнозировать вероятность отказа. Вот. С другой стороны, да, то есть, вовлекая в процесс RCM, мы в принципе понимаем, где нам необходимо развивать диагностику. То есть мы выделили с вами какое-то критичное оборудование, да? Виды этого оборудования. Определили контролируемые параметры, да, и именно вот как раз именно в этой сфере, то есть мы начинаем развивать нашу систему диагностики более обоснованно. Как работает мониторинг? Наш актив, наше оборудование было классифицировано заново. В основу классификации мы положили понятие конструкции. Далее для каждой конструкции по конструкционному признаку разделили оборудование на определенные классы, подклассы. В настоящее время мы шлифуем все это дело, используя мировые стандарты. У подкласса оборудования выделили типовые отказы, у подкласса оборудования выделили типовые параметры, которые мониторятся. На основании этих параметров разработали модели оценки состояния, то есть линейные, экспоненциальные. Проводится мониторинг периодически.
модель оценки у вас именно на класс, да, оборудования, то есть вы разделили его на этот класс? Модель оценки идет на конкретным отказом для оборудования. По узлам, значит, узлы еще есть, узел и дешевле. Ну, узлы обязательно. То есть у нас просто как бы с оборудованием вместе поверка. То есть узлы не прижили, да? Нет. А то есть, вот эти вот, допустим, кусок насос, 10 отказов, 10 параметров или 3 параметров? Как бы величина отказов, величина параметров, количество, оно может быть разное. И модели могут быть разные. Объясню почему. Потому что бывают там разные оснащения, диагностика разных предприятий. Сами видели, у нас есть очень старые станции, там есть передовые. Да? То есть есть просто подходит охочек, рукой трогает, да? А есть датчики, связанные с ОТБ. И поэтому здесь достаточно гибко мы просто назначаем для каждого вида отказа должна быть назначена модель оценки состояния. То есть она может использовать как, ну, различные параметры. То есть на основании модели и измерений, да, по оборудованию мы прогнозируем вероятность возникновения отказа. То есть вот мы просто определили вероятность возникновения самого события негативного. Да? Следующей составляющей необходимо было посчитать стоимость негативных последствий. Как я ранее сказал, то есть мы построили некую математическую модель влияния отказа конкретной единицы там, на установку. Далее мы применяли параметры расчета ущерба, риска, то есть мы вычисляли, сколько стоит нам отказ в той или иной установке. Применяли величину там, простоя, которая нам требуется на выполнение ремонта. Да? Таким образом мы получали определенные производственные риски от отказа той или иной единицы. Также было интересно, что часть оборудования отсеялась. У нас рассмотрели системы RCM, поскольку оно было либо резервируемое, да, то есть либо там, имело небольшое влияние на работу установки в целом. Да? То есть вот это ранжирование критических оборудований — это очень важный этап, фаза проекта. Параметры расчета риска, они у нас пересчитываются ежегодно в зависимости от производственного плана загрузки предприятия на следующий год. На макроуровне установки. А структурные связи элементы, да, то есть и ниже, то есть они, в принципе, остаются постоянно. Ну, как вот у нас проектирована установка с включенными элементами, она так, в принципе, не работает. Таким образом, дальше мы вероятность отказа помножали на полученную величину ущерба и таким образом получали риск. Риск от отказа оборудования. Далее, поделив риск от отказа оборудования на стоимость ремонта, мы получаем с вами определенный ранг. То есть та таблица, которую Олег демонстрировал. Да, это мы сделали доработку в САК. А расчет в какой программе ведется? Вот по данной методике была сделана разработка в дополнение к SAP. Сразу в SAP? Своя. Или в какой программе? Расчет все-таки в какой программе? Был взят SAP ERP, его базовый объект, и выполнена доработка, то есть наша собственная. А вот GES теперь есть. Нет, в виду, вы в SAP его сделали или в отдельной программе? В SAP. То есть все интегрировано? Нет, когда ты говоришь об интеграции, сразу подразумевается, что что-то с чем-то. Вот. Нет, если это все сделано сами. То есть у нас используются те же самые объекты, то есть самый справочник оборудования. Сами. Используются те же самые точки измерений, САПовские объекты. Просто была сделана доработка по механизму вычисления риска, механизму вычисления ранга, формирование исходного реестра. Так, ну, в данном слайде, в принципе, отражено общее
элементы, да, о чем мы говорили. То есть есть оценка технического состояния, которая нам говорит о вероятности возникновения тех или иных откатов. Есть расчет ущерба, да, в результате возникновения отказа. Получаем риск. Есть стоимость наших ремонтных мероприятий. То есть, поделив одно на другое, мы получаем отранжированный список. И сортировав по рангу, мы получаем, в принципе, оптимальный список воздействий. У вас высчитывается именно включать, не включать в данный период или когда включать? Нет, у нас все-таки идет объемное планирование, мы к календарному планированию сейчас не привязываемся. Просто есть, допустим, 14 год, 15, 16. Можно про какую-то единицу сказать, ее в 17. Нет. То есть идет. У них пересчет, я так понимаю. Каждый год вы пересчитываете. Подробное планирование на следующий год, да, и, возможно, и составление прогнозом на следующий год. Ранг меняется просто. Все не берет пул. Вот. В целом процесс расписан, да, то есть по шагам. То есть собираем, мониторим параметры, прогнозируем вероятность отказа. То есть это такой оперативный мониторинг. При каких-то отклонениях, да, с вибрацией, то есть, возможно, потребуется второй шаг, это уточнение состояния, проведение диагностики. То есть на данном шаге он появился как бы у нас не сначала, да, то есть, но мы понимаем, что необходимо. Поскольку не всегда система правильно и корректно работает, потому что не всегда есть точно достоверная информация, не всегда есть средства проведения диагностики, и требуется вмешательство, ну, вернее, проведение более расширенной диагностики. Формирование воздействий, расчет базового риска ущерба, расчет ранга. Таким образом, у нас программа ТАЭР состоит из, скажем так, состоит то, чем мы руководствуемся при составлении программы ТАЭР. Да? То есть сводный реестр воздействий, на какие-то бюджетные ограничения мы накладываем, да? 60%, к сожалению, все там есть, и какие-то требования производства. А каких 60% вы говорите? Да нет, это просто приводили пример. Посчитали на 100 тысяч, а дали 60. Ну, если на 100 тысяч я посчитал, почему я должен дать 60? Вам везет. К сожалению, не у всех так. Что-то ты не туда попал. Борина сказала, не будет повышения тарифа. Оптимизация. Ну все, в принципе, а последний слайд, то есть то, что мы можем получить по всем. То есть оценкой прогноз текущих состояния. Основание мероприятий, диагностики и экспертизы, расчет ущерба, риска и дальше обоснование будет воздействия. Получается, вы используете РСМ-анализ именно для программы ТАИР, да? А уже оперативное планирование, уже идете в САКе, да? Смотрите, у нас есть контур мониторинга состояния по параметрам. То есть он также работает в САКе. То есть его можно использовать и, ну, использовать и на краткосрочном горизонте. Для уточнения месячных планов, если уточнение недельных планов. Потому что мы запланируем какие-то объемные воздействия, да, как техническое обслуживание или текущий ремонт, ну, приблизительно где-то летом. Да. А оперативный мониторинг позволяет поставить на конкретную дату данный ремонт. То есть уже насос, то есть ремонт запланирован, но ему становится плохо сейчас. И лучше его отремонтировать. Здесь у нас такая двухпункторная модель. То есть у вас сложно все на мониторинге, да? Заточено прям. Ну, мониторинг это. А данные из СДП. Из СДП данные берутся, работают. Не только. А какие? Ну какие еще способы? Да, а с УТП, скажем так, может быть 10% основного оборудования. Просто осмотр обхода. Коллеги, про какую СДП было несколько вопросов. Смотрите. Это, к сожалению, во-первых, оснащается довольно только современной станции, плюс отсутствует мониторинг технологический режим, как правило. Поэтому анализ
ДТП мы можем взять очень мало параметров, очень мало. И даже было признано, что целесообразно на данном этапе осуществлять интеграцию необходимо модернизировать состав измеряемых параметров и только потом выпускать интеграцию с ритуалом. Да, потому что вот тоже столкнулись с проблемой при формировании моделей. Потому что, то есть, типа, изначально станции там прислали вот такой список с 20 параметров. Причем 70% это то, что мониторится ежесменно. Понимаете? То есть, и, соответственно, то, что мониторится ежесменно, значит, эффект может развиться в течение суток. Это эффекты не для рассмотрения на годовом горизонте. То есть, вот, поэтому для составления годовой программы ремонта, то есть, мы применяем, допустим, те дефекты и параметры, которые имеют такой длительный период. Для оперативный мониторинг, он может уже, ну, развиваться как бы в другую ветвь, да, для именно корректировки времени применения каких-то воздействий. Спасибо большое. Спасибо.